Привет зрителям. Мы сейчас снимаем отчет для хозяина по глубине заложения столбов. Ну и вам покажем. Итого вот глубина заложения от 80 до 85, так как здесь уклон в первом столбе. Не вижу где, но... И вот 80 во втором столбе. Восемьдесят пять в третьем столбе. Вот эти три столба бетонных, вот сейчас будем заливать с бетономешалки с маленькой. Это будет висячий ригель. Тут у нас проблемы выяснились. При копке фундамента нашли мусорную яму. Вот, видите, все обсыпается. Основание зыбкое. Сейчас приедет хозяин, будем с ним решать, углубляться или столбы делать. Никакой геометрии у траншеи. Вот, видите, все в воздухе висит. Надо думать, как этого избежать. Ну, траншея. Начали опалубку. Вот тут как бы траншея временно прерывается, так как здесь приямок у хозяина был для проезда трактора. Тут еще надо думать, что лепить, какую-то опалубку. Вот, сдалека сниму, чтобы видели перепад высот. От 12 до 38 на том угле и до 58 на этом угле. Земельные работы скоро завершим. Тут еще пару перегородок. Уже начали ставить опалубку. Между землей и опалубкой придется что-то типа фанеры лепить, так как бетон здесь повытекает. А из досок невозможно это делать. Сильно перепады неравномерные. Глубина основного фундамента 80 сантиметров, ширина 40. Фундамента под перегородки ширина где-то получилась 30. Хотели делать 20, но обсыпается. 30, глубина 50. Тут еще не дочищено. Ну, армокаркасы, конец опалки снимем в следующем видео. Кстати, ну вот так вот мы крепим. Забиваем два кола. К ним крепим доску на горизонталь. Ну и раскос. С досок, какие дал хозяин, с тех и делаем. Раскосы видны. Здесь вообще сложно. Здесь на двух-трех кольях крепится доска. Она висит в воздухе. Вертикально устанавливается основание щита, а потом раскос. Ну, вы сами все видите.